Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы продолжаем God of War 4 часть, ребята, идем и спасаем Атрея, своего сына. Мы были в мире мертвых, забрали сердце большого ледяного тролля. Ну, поторопись к сыну. Конечно, идем. А сейчас мы идем и перемещаем наши миры, то есть мост перемещаем, нам надо попасть в Мидгард. В общем, сейчас вы все увидите, ребята. Немедли, брат, сердце у нас, пора в Мидгард. Мидгард, ребята, Мидгард, ударение на ми. И внимание, мы сейчас крутанем мост и попадем в Мидгард. Ясно. Я вишу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Хорошо. Короче, Кратос не хочет говорить своему сыну, что он бог на самом деле. Так, нам надо к Фрейе идти быстрее, ребята. Ты знаешь про короткий путь между мирами? Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Да-да. Я взял немножко ветров в Хеле и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Как он доставит нас? Передавай недомерку. Привет, как поправиться. Так. Ладно, к Фрейе понятно. Мы просто бежим к Фрейе. Или подожди, как? А. Стоп. Мы же можем переместиться. Там, конечно, могут быть накладки. Но я в тебя верю. Иди, брат. Вот сюда нам надо, ребята. Поехали. Заходим в телепорт. Какой хороший телепорт. Вот как надо срезать путь. Ну как, вот он сейчас покажет, как нам долго здесь не бегать, потому что реально это напрягает бегать по кругу. Как срезать-то? Пусть покажет. А, вот можно быстро бежать. Стоп. А если сюда? Срезали? Нифига не срезали. Так, Брок наврал нам, что ли, что срезать можно? Ну, я не знаю, насколько это быстрее получилось. Все так же, по-моему. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. В смысле не туда попали? А, подожди, вот эту штуку-то можно задействовать. Ну не так, ё-моё. Что ты фигаришь-то? Подожди, где? Кинь туда клинок. А, нет. Сначала надо нам эту субстанцию найти, за которую можно зацепиться. Где только? Так, ладно, а как к Фрейе-то попасть? Я что-то не понял. На лифт? А, вот сюда, наверх. Так мы нормально попали, чё он врет-то? Все хорошо, переместились. Заходи.
Ну как там пацан-то? Сердце. Ты принес? Да. Чего, лихорадит до сих пор? Ну-ка, давай-ка свари сердце нам. Похаваем супчику. Другой стороной. Что с другой стороны? Эй, паренек, вставай. Все еще больно. Сейчас все излечим, ты не переживай так сильно. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Придется рассказать. Просто. Приподнимешь его? Как только выздоровеет, сразу прям в лицо правду. Ты бог. Ты бог и все. И деваться тебе некуда, братан. Будешь... Я говорила, что у меня тоже есть сын. Не, не говорила. Я уже целую вечность его не видела. Тоже бог получается, раз она богиня. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. О, ничего себе, он весь там. Вены как будто у него вылезли наружу. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания. Че у Кратоса уши красные, как будто материт его кто-то. Были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Ладно, не дрейфь, нормально все. Правда, бывает тяжело. Но с детьми вообще всегда непросто. Вырастим пацана, нормальный будет. Давай, ты главное его оживи сейчас, чтобы как следует выздоровел. Это проклятие. Мальчик был проклят. О, уже бодрячком, смотри. Не уходи без меня. Я не уйду. Тебе надо окрепнуть. Теперь мне лучше. Я вижу. Он выдержит путь. Ха-ха. Конечно. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Спасибо тебе. Хворь. Мы закончили с хворью. Я этого не забуду. Приз получен, исполненное обещание. Спасибо. Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Ладно, потом будем оставаться где-то, сидеть, тусить. Нам, короче, некогда. Я хотел спросить. Почему ты живешь под черепахой? Здесь теплее. Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха. У тебя интересные друзья. Так, а что дальше-то? Куда идти? Куда идти? Скажи, путь нам покажи. Ого, смотри, какой у нее тут иллюминатор. Едьба какая-то лежит. Горох вон там, еще что-то. Так, ладно. Тогда выходим. Все, раз мы с ней поговорили, наговорились. Давай, сын, пошли дальше. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Вот пошли туда. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка.
Ну ладно. Вернитесь к лодке. Стоп, а мне интересно все-таки, как вот здесь шар вот этот шар, как открыть здесь, а? Ну-ка сюда сходим, посмотрим. Мы же сейчас научились открывать, только вот я не вижу этого сгустка энергии, где взять для открытия. Во, вот он, есть. Не так. Так, стоп. Давай, кидай. Только не так, клинки надо. Не попал? Ну-ка, подожди. А как? Чё? Или я что-то перепутал? Что надо сделать-то с этим? Ну-ка. А, подожди, открыть попробуй. Сын, давай, открывай. Собрана тайнопись мира Муспельхейм. Вы можете читать надписи на языке мира Муспельхейм. Вы можете попасть в мир Вульспельхейм из комнаты перехода. Отлично. Куда-то мы можем там попасть. Подожди. Мы пока не уедем просто так. Как этот сгусток энергии использовать? А, вот, все, пошло время. 10 секунд у меня есть. Быстрей беги. Где этот? Где эта сфера? Ну-ка, куда я потерялся? Вот она. Не успел, ладно. Сейчас, еще разок. Отсюда подальше давай, кинем. Нет, ближе. Есть, зацепили. Все, погнали. Давай, открывай. Ну-ка, сейчас что откроется-то, посмотрим. Оп. И что? И ничего на этом. Стоп, а для чего она тогда нужна здесь? Куда? Что-то еще хотят, чтобы мы открыли. Ну-ка, дай соображу. Если я ее сейчас возьму, эту энергию, то где мы можем еще что-то открыть? Ну-ка, если сюда пропрыгать. Давай, Атрей, смотри тоже по сторонам. Спущусь сюда. Не, я, короче, не понял пока, что с ней сделать надо. Но мы как-то сможем ее потом использовать. Да, только как бы догадаться. Ладно, сгусток энергии этот мы можем потом применить. Применить, не знаю куда. Может быть, еще сходить посмотреть. Теперь-то мы знаем, что надо их использовать. Во, я нашел этот шар. Так, теперь вопрос. Как сюда быстро добраться? Отсюда я могу попасть по нему? Издалека, ну-ка. Не, я не дотянулся. Придется быстро, значит, зацепиться и бежать. Давай. Пробуем. Еще, значит, ближе надо подойти. Нет, еще ближе. А если отсюда кинуть? Ну-ка, получится, нет? Нет, отсюда не видно, прикинь. Ладно, понял. Давай, бери. Время пошло. Твое время пошло. Быстрее отойди. Ну, давай, чуть-чуть осталось. 4, 2, 1, попади, есть, мы ее сделали. Хорошо. Давай перепрыгнем, посмотрим, может быть, еще дальше есть. Али нет, а как быть-то? Для чего мы ее сюда, грубо говоря, притащили? А? Для чего она нам тут нужна? С той стороны, значит, что-то надо сделать. А как туда попасть? Как туда попасть? Надо с другой стороны обойти. А обойти нам с другой стороны это где? Это где? Вот отсюда надо зайти. Так.
Ну-ка смотрим. Где еще что есть там нам необходимого? Вот здесь сопли торчат. Это может Атрей открыть. А, кстати, вот дверь. Нифига себе. Прикинь, мы же можем эту дверь открыть. Сейчас откроем. Так, ну мне интересно все-таки вот этот шар. Во, мы здесь вышли. И где этот сгусток энергии, куда потом применить? Куда и для чего он здесь нужен? Ну-ка, подожди-ка. Давай сейчас зацепим. И раз. Давай. Куда? Сюда швырнуть? Точно, прикинь. Залезли. А, вот. Вот еще. Значит, еще раз надо швырнуть. Давай. Ничего себе тут загадок сколько. Там, получается, можно еще стекло вот это открыть. Стой, 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 стой. Не туда пошел. Да развернись ты, ё-моё. Ну, давай кидай. 2 секунды осталось. Успел, прикинь. Так, а для чего я сюда его притащил? Значит, надо нам его где-то здесь еще использовать. Куда? А куда же нам его применить? Я пока не вижу. И вот этот сундук как-то забрать бы нам. Не понимаю пока, куда дальше. Так, а, подожди. Ну, пусть он будет здесь, допустим. А если сюда? Не знаю, не понял. Не понял пока. Ну-ка, Трей, сообрази-ка, подскажи. А, вот, подожди. А, нет, отсюда мы его привели сюда. Так, вот он теперь горит здесь. Куда еще можно, а? Ну-ка, смотри. Где еще такая штукенция лежит? Ну, больше не вижу, правда. Так, ладно. Может быть, потом как-то сможем найти, хотя маловероятно. И наверху нигде нет, ни внизу, ни наверху. Так, ну-ка, подожди, вот это сбить надо. Есть. Давай тогда откроем хотя бы вот эту дверь, посмотрим, что за ней. Ну-ка, ищи слабое место. Вот здесь. Ну, зачем, зачем? Не надо было отходить. Еще раз пробуй. Где-то высоко вот здесь. Бей. Раз. И вот здесь. Два. Все, открываем. Открываем, смотрим, куда пришли. Тайные комнаты. 2 из 7 уже открыли. Скрытая область. Сокрытый чертог Одина. И что здесь? Идти-то некуда здесь. А, подожди, вот тут наверху что-то. Ну-ка, пацан, стрельни. Так, так, а куда? Я тогда не пойму, зачем мы сюда пришли, если тут ничего нету. Секретку нашли, но что с ней делать? Так, подожди. А, вот камень надо убрать. Все, понял. И? Слушай, ну мы нашли такие секретки, да, где вот сейчас опять какая-нибудь тварь попадется нам. Мощная. С которой мы опять не сможем справиться, да? Ну, поехали, посмотрим.
Ладно, пацан, не дрейф, сейчас мы все пройдем, да посмотрим, что здесь, какие еще обитают особи. Может, сокровища найдем. Ты же с батей пошел. Так, а где они обозначены-то как? Как? Сокрытый чертог. Ну, мы потом сюда, наверное, можем вернуться. Ну, мы его сейчас не пройдем. Хотя вот здесь можем сундук открыть. Эмблема угрозы. Так. И... куда нам надо-то в итоге? А чё, почему я не могу пройти? А, прыгнуть надо. Еще Валькирия. Еще одна. Что будем делать с ней? Что бы вы ни решили, будьте осторожней. Мы ее не сможем убить, она нас тот раз прикончила просто. Давай, потом надо приходить, когда подрастем, так сказать, да подкачаемся. Все, обратно наверх. Или можно было телепортироваться, наверное, не знаю, там я зачем сюда наверх еду. Там можно было через ворота этого Брока пройти. Ну ладно. Раз уж мы сюда пришли, все, выходим. Давай опять камень убираем. Ну ничего, пацан уже нормально бегает после болезни, окреп, молодец. Так, а вот эту вот мне соплю интересно, как убрать? Тут же надо красный кристалл. Красный кристалл, он бы нам помог. Ладно, бежим. Подожди, подожди, я нашел красный кристалл. А почему мы не убрали-то ее до этого? Потому что не было пацана, знаешь. Да? Ну-ка, Атрей, бери-ка стрелы и стреляй давай. Вот, а она не убрала ничего. Или мы уже тут освобождали это все дело. Так, ладно, похоже, уже проходили. Точно, да, были мы вместе с ним. Идем, значит, обратно. Куда хотят? Хотят, чтобы мы поехали на лифте на этом. А, ну все, садимся в лодку, поплыли, нам иначе другого пути нету. Только на лодке. Где-то тут лодка припаркованная стоит. Так, сопли. Ну-ка, подожди, может, Атрей сможет стрельнуть сюда? Не, как-то мы глубоко сразу так спустились. Лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. Сядьте на лодку. Так, а чё, значит, кто-то вызвал змея. Лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Давай ты без вроде. Ты послушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе.
Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом. Так же, как и ты. Вот так вот. Сын, нечего сказать? Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Да, ты бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Потому. Надеялся избавить тебя. Жизнь бога – это нередко бесконечные боли и трагедия. Вот проклятие. Вот оно в чем проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя богом. Ничего-ничего, почувствуешь. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Давай, держи башку. Поплыли дальше. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Вернитесь в хранилище Тюра. Поехали, поплыли туда. Я поэтому слышу голоса. А ты их точно не слышишь? Как ты, нет. Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знал. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому озеро он нас Девяти. Преследует. Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Заходи в сокровищницу, сейчас давай все решим. Раз. Не отвлекайся. Пойдем, мы здесь не доделали дело. Используй чашу с песком. Ну, еще раз. Сейчас Атрей еще раз его научит читать. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Так, и что на этом? Ну-ка, иди читай это здесь. Что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Ну-ка, что-то он там нарисовал. Если Во. Бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Понял. Вы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Кратос вообще ни о чем не жалеет. А, нет, отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем?
Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Куда-то мы вообще глубоко опускаемся. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Побыстрее нельзя ускорить как-то этот лифт. Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Заберите черную руну. Так. Голова, конечно, заберем. Черная руна. Не знаю, никогда тут не бывал. Заберем, ребята, но в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, ребята, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи, всем пока!